Сотрудники оккупационной полиции в Крыму пытались препятствовать крымско-татарскому активисту Заиру Смедляеву присутствовать на футбольном матче за приз дважды героя Советского Союза Амитхана Султана с национальным флагом крымских татар. Матч был организован Меджлисом и посвящен 95-летию со дня рождения Амитхана Султана. Как заявляет Смедляев, когда он пытался попасть на трибуны матча, полицейские стали интересоваться, нет ли у него запрещенной в России символики. Нету и не есть запрещенной символики. А это не моя проблема. Я вот пришел, я крымский татар, я люблю свой народ, я люблю свою родину, я люблю свой национальный флаг. Я его взял и стою. Я это понял. По мнению полицейских, активист вместо крымско-татарского национального флага должен был принести с собой российскую государственную символику. На что Заир Смедляев предложил им составить в отношении него административный протокол. Однако предупредил, что будет оспаривать его в суде. В итоге работники полиции удалились, а активист смог пройти на футбольные трибуны с флагом.